Они прилетели только вчера, позади два города – Пермь и Новосибирск. Сегодня единственный концерт группы «Зарёль» в Иркутске. Музыканты представляют культуру креольцев острова Реюньон. Креольский язык происходит от французского, но сформирован под влиянием других этносов. До отмены рабства в 1948-м на Реюньонских островах жили в основном чернокожие рабы и индийцы, которые выращивали кофе. Смешение традиций, культур, языков, музыки – это воспевает группа «Зарёль». Основал коллектив Алан Пико. Название группы происходит от слова «зорей», что на креольском означает «белый из метрополии», и слово «креоль» означает «выращивать». То есть это те, кто жил и работал на острове. И в нашей группе есть и те, и другие, и мы очень дружны. Оригинальные композиции и народные песни в обработке призваны сохранить традицию реюньонского языка и креольской культуры. Музыка мира – яркая, простая, красочная. Так говорят о своем творчестве участники группы. Африканские мотивы в исполнении аккордеона – это как раз про них. Местный колорит создают и национальные инструменты. Это каямб – инструмент, традиционный для реюньонской культуры. Сделан из стеблей сахарного тростника, а внутри – зерна каштанового шафрана. Помогает держать ритм, похожий на Индийский океан или дождь. В Иркутске так отмечают год Франции в России, а выступление «Зарёль» приурочили к празднику франкофонии. Франкофония – это праздник французского языка по всему миру. Это универсальный праздник. Там все, кто говорят ход маленький по-французски, у всех праздник. В пятницу музыканты посетят Байкал, потом вернутся во Францию. В Париже будут записывать очередной альбом. Потом снова гастроли, канадский Монреаль и турне по Испании. Евгения Дмитриева, Максим Юргин, новости АС Байкал ТВ.